Проверка, проверка, проверка.
Так, ну торпеды выпустили мы, по крайней мере. Так, давайте-ка вот еще. Вот этот катер возьмем. Ну что-то команда вообще слабая. Вообще неактивные какие-то все. Сбиваются, гады. Там по мне сзади нахлопывают. Ах ты гад, торпедник. Так, ну это сливной бой, я смотрю. Вообще сливной. Блин. Рули выбили. Выбили рули. Да. Так, возьмем-ка мы самолетик. Исправим ситуацию. Да, команда-то у нас донная. Где дон? Сейчас еще меня опять будет попать. Голубая лошадь. Проходим к Минцу. Эй, похоже. Да я уже давно на рейтинг забил, чпок. Там вообще жестко. Ай-яй-яй-яй-яй, успеть бы. Бомбус. На этого гада. Вот так вот. Отомстили мы ему. Ну да, сказал же, опять меня будет сбивать. Да нет, это просто команды нубские. Я вчера на евросервере играл. Это вообще какой-то жесть. Вот они к точке подходят. Как знаешь, в фильме Ви. Он очертил вокруг себя круг, и нечисть это скачет. Через круг не может перейти. Так и там. Команды встанут по обе стороны этого круга и хлопаются. В чем прикол, понять не могу. Точки вообще никто не брал. Пипец, посмотрел на этих идиотов, евроидиотов, в шоке просто был. Так, ну что, этим же сетапчиком попробуем, куда закинет нас. Чуть в танке не упал, нажал в бой. Скорее бы уже вертолеты ввели, там поинтересней будет потестить. Так, Северное море. Северное море. Вражеские войска захватили точку.
все! Давайте-ка вот пойдем с правой респы на точку А пойдем. Потому что карта для скоростных катеров тут рассчитана все-таки. Нам надо дефить. Будем тогда дефить. Станем между точкой А и точкой Б будем. Лопать все, кто появится. Бам, машинка такая интересная. Филадонна, ты удачи-то кому написала-то? Мне или Чпоку? Сейчас. Прямо таки скоростные мы такие. Так, отлично. Точку С отжали. Враги, значит, все на А пошли. Так, ну и кого мы там видим? Торпедник. Так, поправка на ветер. Отлично, отсеком повреждён у него. Так, 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 так. Вылазь давай, вылазь. Не хочет вылазить. Так, так. И мы тут на мель сели. Ну что ж, ладно, отсюда будем хлопаться. Готов. Готов.
И второй готов. Третий готов. Так, и давайте точку отжима. Расшвыряли этих торпедников. А угад уже начали торпеды свои пять. Не спеша. Смотривай. Полетов тоже не видно пока. Хорошо. Так, зайдем с левой стороны островка этого. Справа стоят наши уже дефят. Это ПВО, баржа. Есть, это легкий еще вариант, зенитное орудие только. Есть тяжелые. Там это 88 миллиметров стоят зенитки. Вот это жескач там. Ну такая имбовая техника. То есть на своем БРе она вон разрывает просто всех почек. Вот видишь, сразу 7% у катера осталось тут. Да. Сейчас можем добьем его. Нет, подсосали фраг у нас. Ну такая имбовая штука, может. Если сета берешь тяжелую и легкую, можешь всю команду вынести. Ну конечно, по захватам ты проиграешь. На точке на все не успеешь захваты сделать. Но, по крайней мере, врагов будешь расшвыривать. Самолет сейчас, а вон он самолет, да, должен появиться. Переключаем своих бойцов, ботов на самолеты, вот в левом углу внизу можно видеть. Сейчас вот самолеты будут. Не знаю, я тестил и корабли, и самолеты. В принципе, мне там, ну, поначалу корабли нравились. Потом кто-то они там перекрутили уже, не стало нравиться. То есть я забросил вообще картошку полностью. Так, не успели мы сбить его, гада этого. По захватам выиграли. Да, поначалу там неплохие были. У меня даже там какой-то британский линкор мне давали 6 уровня, помню, World of Warships. Поначалу интересно было, но потом уже... приелось это все. А здесь, не знаю, как-то геймплей поинтереснее будет. Так, а по-русски? Ну да, в принципе, можно. Но мне что не нравилось, это вот, знаешь, полоски жизни, вот эта шкала жизни. В самолетах, ну что тоже за бред? Здесь попадаешь в крыло, крыло отваливается. То есть нету вот этого, что стреляешь, тупо стреляешь. И там шкала пока не убудет. Самолет не развалится. Ну и бомбежки здесь поинтереснее. Конечно, тут игра не дотягивает до того же EU2 симулятора. Или Локон, к примеру. Так, ты на 5 я легкую взял. Хотел тяжелый вариант взять. Ну ладно, сейчас сольюсь и пойду в гущу сражений. А так, в принципе, да, самолеты прикольненькие. Динамичные сражения. Кому-то вот реалистичные нравятся, но
Летать с аэродрома, лететь 10 минут до цели. Одна очередь случайная от своего союзника, и ты тупо в ангаре. Ну, не знаю. Это мазохистам, наверное, нравится только. Лично я удовольствия от такой игры не получаю. Ну это да. Это да. Ну тут закос такой же. Если ты играл в World of Tanks. Там же тоже немцы имба. Пушки у них крутые, прицелы крутые. За счет этого они вылазят. Ну плюс броня еще. То есть имбует. Ну и здесь то же самое. То есть вот это прослеживается. То есть советы так себе, середнячки. Нагибают в основном немцы и амеры. Япония, Италия. Ну это ветки такие с Францией, скажем. Не ахти, просто придатки. Нагибают либо амеры, либо немцы. Ну я тоже немцефил. Просто знаешь, вот поинтереснее. Вот я покажу сейчас дерево развития. У немцев просто техника поинтереснее, поразнообразнее здесь сделана. У американцев здесь практически, ну что представлено, морские охотники. И потом только с третьей эры более-менее что-то такое идет. А в основном качать вот эти торпедные катера, чтобы зайти в бой, получить вот одну очередь и уйти в ангар. Ну знаешь, как-то как мазохист играть сидеть, мне не нравится. Вот тяжелый вариант, сейчас будем дуэлиться с ней. 75%. Так, и орудие главного калибра вынесли. Так, по мне руляет. Так, 51% у него. Так. Так, хорошо. Так, вот он меня поджег. Говорю, вот имба. Ну и плюс еще накидывает арта по мне. Слабо. Так, и кто это тут такой веселенький был? Ну, его уже нет. Вот просто. Самые сильные. Броня у них на миллион заходов. Ну да. Ты про самолеты имеешь в виду. Вот мне бобры у японцев нравятся. Ну, из истребителей зерошки маневренные. Но если сравнивать, допустим, того же британца взять, к примеру, я бы лучше Spitfire взял, чем тот же зерошку. Так, ну что, точку А идем отжимать. Так, вот красавчик там стоит. Так, докование, обкачку воды. Так, ну вот сейчас я не увернусь уже от торпед. Все, слили меня торпедами. Закидали. Закидали торпедами просто. Ну что, возьмем тяжелый вариант. Берем тяжелый вариант. ПВОш на этой барже. И погнали на точку А. Тут флаки. Вообще четкий. Особенно если прокачанный экипаж у меня. Да, я тебе говорю, это вот, знаешь, вот в купе, если брать такой сетап, две баржи и какой-нибудь катер для захвата потом, когда уже технику посливаешь у врага. А когда они вот берут вот такую же имбу, ты просто потом захватами их выигрываешь. И ты в прокачанном экипаже, это говорю, вот имба. Ну, скорее всего, это временно. Понерфят, мне кажется, все равно. Это вот сейчас по мне стреляет, как бы, попадания. То проходят, то не проходят, там пробития вот эти все. А так, в принципе, мне кажется, понерфят ее все равно. Ну что, сводимся на этого охотничка. Вот, видел? Просто, какая имба. Одно попадание, нет охотника. Так. Упреждение. Упреждение. Ну все, вот видишь, это чистая имба. Вот. То есть хлоп-хлоп. И все.
Поэтому, говорю, можно выносить вот так всю команду вражескую. То есть, все, мне кажется, понерфят это все. Так, слили этого гада. Самолеты пошли в бой. Да, да, я там тоже, я здесь был бета-тестером, как бы с ЗБТ начинал. А в кораблях и World of Warplanes я альфа-тестером был. То есть изначально все тестил, там сидел. Конечно, играл, я и говорю, мне концепция не понравилась. Просто с самой игры. Самолеты вот вообще не понравились, как реализовали там все это. Начиная с управления и кончая вот головой повреждения, модели повреждения, мне вот вообще не понравилось. Так. Уходит от нас Каталинка-то, да? Так, ну фраг подсосали мы. Подсосали. Так. Тупо говорю, вот имба. То есть что самолеты, что корабли для нее пофигу. Щелкает как орешки. Так, ну где там еще один самолет? СБшка. Скоростной бобер. При прокачанном экипаже вообще на ней интересно хлопаться. Но у меня экипаж не прокачанный, поэтому. Да, из всех вот поначалу. Танки вот тоже неплохие были. Особенно все, когда там редкость была. И седьмой, либо Маус попадался, помню, на тесте. Это в картошке. Все шарахались. Ну, то есть, если во вражеской команде был и седьмой, только пулемет его увидели из-за домика где-нибудь в Малиновке, помню, на карте. Все в рассыпную, потому что вот его... Ну, тогда модель повреждения другая была. У снарядов там ЗБР, за броневое воздействие было другое. Просто типа... И седьмой, если увидел, все, нужно было бежать. Поэтому, ну, не знаю как-то. Я вот с кем начинал там тестить тогда. У нас клан вот тоже тестеров был. МММ, ну, в принципе, из всех, кого я знаю, ну, может, человек 6 осталось, и то они сейчас в других кланах где-то рассосались. Поэтому, ну, просто игра уже стала для нас вот неинтересная. Тундру пока вот еще играем, еще что-то как-то завлекают. А вот Warships, ну не знаю, не заходил. Во-первых, там они накрутили такие требования. На минималках там играть тоже как-то вот не в прикол. И вот эти динамические тени супер крутые, графон там обновленный. Ну не у каждого, согласись, есть возможность там где такой крутой комп там насобирать. За 200к там рублей и прочее. Не знаю. То есть они просто сделали коммерческий такой проект, который направлен не на получение удовольствия от игры, а просто для зарабатывания денег. То есть прем ты покупаешь, у тебя нормально, кто там и кидает тебе нормально, БРы там хорошие и команды там хорошие у тебя. А не покупаешь, то пробитие, то не пробитие, там тебя каждый имеет практически. То есть это изначально уже было на... В американских изданиях мы тогда читали, находили, что пишут те игроки. Разрабам вопросики задавали. И их ответы и на английском языке, вот что они отвечали америкосам. Ну и, в принципе, разрабы просто нос кривили. Вопрос не актуальный для типа русского сервера, типа без комментариев и прочее. Ну, мы посмотрели отношения. Там никакого такого, знаешь, порядочного нету к игрокам. Ну и проект этот я уже... года 3, если не 4, забросил. Поэтому... А здесь, по крайней мере, вот
Кто-то радует. То есть, исходя из возможности, да, улучшает что-то раз в месяц. Там бывает раз в две недели какие-то патчи разрабы делают. Ну, по крайней мере, вот я тестил сколько. То есть, вот сейчас вот у меня с премом и без према я играл. Знаешь, вот набить, пока у тебя прем есть, допустим, вот это серебра львов. В принципе, ляма 2. И комфортно можешь играть без према. То есть, если у тебя есть в ангаре какой-нибудь прем-танчик, там, прем-самолет или прочее, то ты комфортно играешь, не нужно тебе это прем-подписка, в принципе. Закидывает тебя нормально. Ну, комфортно играешь, просто прокачка, единственное минуса, что у тебя прокачка техники идет намного медленнее. А в этом World of Tanks там бывало даже случаи, репосты делали там, скрины разрабам кидали, как вот так на танке там 7-го тогда помню. Нет, от 8-го и выше на Леве танк-то вот вводили, когда Лев появлялся, умудрялись в минуса уходить. Ну как вот так? Хотя он фармить, по идее, должен был. Не знаю. Когда брали за голду снаряды, все вот эти премиумные, прочее, прочее. Не знаю, мне эта концепция не понравилась. Чисто коммерческий проект. Разрабы, в принципе, молодцы. Подсадили народ на эту тему. Все возмущались, но, тем не менее, играли, потому что аналогов не было для этой игры. Ну, Тундра вот появилась, улитки, молодцы сделали. Народ, часть туда ушло. Часть в другие проекты. Знаю, что многие тоже уже с Тундры, допустим, в тот же кросс-аут ушли, лопаются. Кто-то в другие ММОшки. Как-то так. Сейчас выбор есть, в принципе. World of Tanks уже и подвинули так, причем неплохо с этого пьедестала. Поэтому сейчас выбор у народа есть, во что играть. А, так, ну что, идем на точку А. Смотрю, пока там вроде чисто. Пока вроде бы нормально. Сетапчик такой нам попался. Можем здесь повоевать. Правда, снаряды у меня стоят, фугасы. Фугасики стоят. Надо бы камерниками запастись. Но еще не прокачал их. Так, кто там такой хлопает на стерне? А, понятно. Так, идем на сближение. Так, и молодцы, наши одну точку отжали, и уже нас две. А на Б никого нету. Сейчас еще из Б придут. Да, уже с Б. Двух сторон обложили. Так, уходим с этих кораблей. Точку Б. Ёшкин кот. Еще и подожгли гады два. Надо как-то обходить гавриков. Так, отлично. Точку С захватывают. Так, и здесь торпедники появились.
Так, отлично, минусанули. И поэтому было прицелиться, а его слили уже. Так, ну и где эти два диверсанта? Или между островами? Ну, команда вообще, конечно. На один фланг все ушли. Им пофигу. Так, ну кто там появился? Двое. Нафиг он дым этот ставит. Вижу, что торпеда. Чё-то согласны. Скоростные катера, блин, стоят. Понятно чем. Так. Кто тут у нас? Малый охотник. Я и говорил, что донные команды вот эти и идут на одну точку, других точек нет. Чудо европейцы им евросервером. Так, ну что, тапчиком. Ой, тапчик. На этом пойдем. Сетапчик, и надо идти на точку С изначально. Потому что про ее почему-то существование все забывают. Красная такая, и со второй точки на. Алле. Так, может, мой напарник на цепочку пойти? Так, да, молодец, пошел он туда. Я тогда на Б пойду. Так, ставим ботов, чтобы пали корабли. Сейчас повылазят. Так, машинник идет. Причем консольщик. Бакс консольки. Лопается. Что
Так, и вот вражина тут, ракета. Так, сбили. Второй. Ник у него, конечно, подходящий, тварь. Мы в ангар отправили, что тоже таки неплохо. Ну и давайте-ка возьмем самолет, похлопаем их с самолета по сборище, пока они по точкам не рассосались. Давайте-ка их похлопаем самолета. Так, нет, аркадного прицела кидай. Торпедник. Торпедник идет на С. Сталин какой-то. Так, морской охотник. Оба надо. Три рогатива. Вон. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Как он по мне хлопает. Так. Да. Поджег еще. Так, двоих мы забрали. Так, торпед. Так, 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 ну. Дотянем, не дотянем. Так, не дотянем. Н. Ну ладно. Так, чувак себе подписал смертный приговор. Консольный этот. Консольный холоп. Так, игру. Ракетник. Погнали. Так, точку Б отжимают. Точка А. Два враги вот. Так, самолет. Самолет. Так, проходим, проходим. Там дымовуху. Внимание, как-то вот так вот. Какой-то непотопляемый гаденыш. Пожалуйста. Кто? Так, башню главного калибра ему вынесли. Как с задним ходом-то он здесь?
Так, отлично. Пили его. Победа наша. Отлично. Давайте. Точку. Будет полнейшая победа. Так, сейчас они вон разозлились, взяли свои самолетики. Нас атаковали. Ставим дымовую завесу. Внимание, воздух. Еще одна точка у нас. О, отлично. Точку С кто-то отжимает. Значит, там кто-то есть. Да. Чувачок за мной будет сейчас гоняться. Консольный типус. Проходим. Точки. Где-то этот партизан сейчас. Его, конечно, не. А вот он. Вот же он. Блин, не успел добить. Ну что ж, и так сойдет. Так тоже неплохо. Почти 70к катера. Так. Меняем сетапчик. Возьмем камера. Возьмем камера. Карта у нас Северное море опять. Главное, чтобы не в шторм попасть. Это волны большие, стрелять неудобно. Так, ну и точку С опять никто берет. Так, на точке А у нас один. Скорее всего, хватит. Надо идти туда.
точку Б. Отжимаем тогда. Так, зажимаем их тогда на респе на их. Так, окучиваем их тогда. Окучиваем. Так, и поджигают нас. Да, гады? Так, двоих мы забрали. Высоковато закидывает. Так, дымовая. Действует, действует. Атакуйте точку Д. Атакуйте точку Б. Так, проходим с точки А тогда на точку Б. Блин, у них платформа-то еще живая. Этот фактор нахлобучивает всех. Опять подожди, сволочь. Что же за такое-то? Что за бой-то такой интересный? Так, ладно, берем. Пити Хоук. Он же Пифоти. P40. А, у нас команды-то уже нету. Два инвалида осталось. Весело. Отлично.
Отлично. Так, ну этим же сетапчиком. Тогда и до победы. Не хочет пускать. Закидывают на сбой. Опять Фиджи. Так, ну однозначно тогда точка А. Однозначно на точку А. Погнали. Пожарные. Враги не чухнули. По нам отработала тяжелая ПВОшка. Отлично. Так, ну снова тогда идем на. Блин, и был у нас тут. Да, у нас полетел одного. Тупо сливаются, и все три точки опять отжали. Так, ну проходим однозначно на
А потом на С уходит, я сплю. Аля. Гады. Так. Игрок там отвалит остался. Ракетник. Дымовую завесу и начинаем захват. Достали его. Так. Да сколько вас тут, а? Достали, реально уже достали. Так, еще один. Сколько их уже, а? Так, слили меня торпеды. Все точки отжигали у нас. Берем самолет.
Ну, погнали на точку Б тогда. Отлично. Все три точки наши. Думаю, сейчас будет чистая победа. По глубине. Да, нормально. Лишь бы враги не были. Защищайте точку Б! Кто-нибудь атакуйте его! Авиация! Кто-нибудь атакуйте его! Ну, косу! Косу! Не промажем. Отлично. Так, ну что? Так, мне еще, ребята, надо параллельно выполнить задание. 20. Пока перекупим на танке. Пару миссий. Задание. Так, и катер у нас. Три. Так, ну начнем с правой респы и пойдем искать перекресточек. Погнали. Ладно, кинула из рыб. А чё? Thank you.
будем продвигаться по тебе. Мелкими пешками. Большая часть стратегических точек захвачена нами. Так, сейчас это кодло с Б пойдет сюда. Эх, арту бы туда сейчас накинуть, вообще бы бывает. Уже пошел. Так, вот арту. О! Оу. Мамочки, да, вот это жестко было. Я бы его даже не пробил. Ну что ж, на никого, давайте-ка с этой стороны. Наша победа близка. Там. Так, арта, видимо, по кому не зарядила. Гад, кто там опять, блин? Без сзади дол. Так. Испы. Бобра. Еще немного усилий, и победа в наших руках. Вот гад, нахуя берет самолет, если ты бобров не прикрываешь? Где такое? Отлично, у нас двоих.
не успели захватить точку. Победа. Победа. Рано. Дружинника выполнили. Ну что? Эх. Да. 86к еще. А 140-го. Пуска. Ладно. Так. Так, отлично. Почему-то в идущий бой сразу закидывает. Что за бред? Так, идем на точку. Он такой дерзкий. Так, проходим. Отлично.
Так, 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 так. Ну что, пучка-то опять? Что за ручьё опять? Там морской охотник еще за островом. Хлопаем его. Отлично. Так, и кто там на респе у них появляется? Вот гад. Стоять. Так, хлопаем его. Хлопаем. Ну где? Авиация!
Так, ну где еще там? Точки С. Где-то ныкается крысенок. Где-то он ныкает. Все отлично. Михашку этого слили. Так, а у него только он две техники. У него, а нет. У него больше нету. Что там дали? Блёры, отлично. Ну что ж, друзья, всем спасибо, кто был на сегодняшнем стриме о дневном. Всем желаю хорошего дня и прекрасного настроения. Напоминаю, что сегодня будет еще стрим в 19 часов по Москве. Ведьмак 3, сюжеточка. Всем желаю хорошего дня. С вами был Блобуст. Добавляйтесь, друзья. Будем проходить различные игры. Подписывайтесь на канал. Всем пока.